Министр юстиции Рустам Бадасян назвал бессодержательным предложение первого президента Армении Левона Терпетросяна. Общество и без того устало взаимных обвинений и подобных высказываний. Предатель, не предатель, убежище, проблемы безопасности и так далее. Считаю, что каждый должен сконцентрироваться и думать о своем рейтинге. А подобное бессодержательное предложение отнюдь не способствует повышению политического рейтинга. Как передает канал «Тернат» со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр в беседе с журналистами, комментируя вчерашнее заявление Терпетросяна. Напомним, что в своем заявлении Терпетросян отметил, что единственным выходом из продолжающегося в стране внутриполитического кризиса является немедленная и добровольная отставка Пашиняна и обеспечение правовых гарантий неприкосновенности национальным собранием и временное убежище за рубежом. Результаты последнего исследования, проведенного Международным республиканским институтом, достаточно ясно говорят о том, кто имеет политический рейтинг, у кого какие ожидания могут быть во время внеочередных выборов. Полагаю, что это заявление политического характера и их содержательное обсуждение исключено. Это несерьезно. Вновь нужно говорить об идеях, предложениях начать содержательное обсуждение, потому что общество устало от подобных обвинений, сказал Бадасян. На вопрос о том, почему же тогда премьера сопровождает огромное число охраны, Бадасян заявил, что государство в состоянии обеспечить охрану и безопасность премьер-министра. Тут не надо искать сенсации. По его словам, угрозы безопасности были, о чем всем известно, после 9-10 ноября. Цели были решить некоторые вопросы методами вплоть до убийства, и они полностью отвергнуты обществом, заключил армянский министр. Редактор